Ты, кажется, меня в чем-то подозреваешь. Что ж, правильно. Очень хорошо. В наше время никому верить нельзя. Ни другу, ни брату, ни отцу. Отцу? Да-да, и отцу. А что ж, мало ли инженеров оказались врагами народа? Мой приятель, художник, прожил на земле мало лет. Он работал легко, он творил чудеса на удачу. И солгать он не мог, в этом был его главный секрет. Он умел только то, что верил, а как же иначе? Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи. А приятель не смог повернуть под команду вперед. Он умел только то, что верил, а как же иначе? Тут же свора газетчиков хуже дворовых собак. Он читал брехню вечерами, со мной чуть не плачет. А потом возвращался к холстам на чердак в полумрак. Он умел только то, что видел, а как же иначе? Что такое в истории век или там полувек? По масштабам таким и о гениях даже не плачет. А приятель мой гением не был, он был человеком. По-людски заболел он и умер, а как же иначе? И осталось всего ничего, разве только холсты. И на них неземные закаты и лошади скачут. Только в них, как ни странно, живет ожидание весны. И весна, безусловно, наступит, а как же иначе?